Дом. В поселке Трубино. В одном из самых красивых мест. Рядом с городом Жуков. На сегодняшний момент один из лучших предложений жилых домов ценовой категории до 5 миллионов. Просторный участок. Все коммуникации. Скважина, газ, канализация. Место очень красивое. Рядом прямо находится живописный овраг с источником. Недалеко находится известное для туристов место под названием Горячий ключ. Гремячий ключ. Вот. Рядом стрелковка с музеем Жукова. Итак. Дорогая, хорошая дверь. Первый этаж. Зал с выходом на веранду с подсветкой. Ага. Дорогие, хорошие стеклопакеты. Да, это вот очень уютно. Очень уютно сделано. Угу. Так. Дом уже на батарее. Функционирует тепло. Это лестничный разворот. Здесь место для кухни. Угу. Место для кухни. И котельная. Котельная с душевой кабиной. Унитазом. Угу. Это вид с балкона второго этажа. Это как раз вид на овраг с источником в лесу. Там овраг упирается в лес, и притом такой мощный. Девственный лес с грибами, ягодами. Вот. А во враге озерцо. Угу. Так. И ванная комната на втором этаже. Угу. Ага, ну вот он, этот дом. Рядом дом примерно такой же. Только более высокого качества отделки с черепичной крышей продается на 1 000 000 дороже. И вот такой вид открывается с этого высокого места. То есть в эту сторону видно протва, за протвой город Жуков и озеро Огублянка.